Jesus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
I'm
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
I'm gonna go get some.
Просто общаясь с возвышенными предками,
Любой может достичь совершенства знания, и мечом знания может разрубить на куски иллюзорные связи с этим, в этом материальном мире. Благодаря общению с преданными человек может заниматься служением Господу, слушая и повторяя Шраванам Киртанам. Таким образом, он может возродить свое спящее сознание Кришны и, придерживаясь метода сознания Кришны, вернуться домой, обратно к Богу, даже в этой жизни. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чтобы освободиться от материального рабства, нужно оставить общение с мирскими людьми и общаться с преданными. В этой связи упоминаются позитивные и негативные процессы. Благодаря общению с преданными человек развивает сознание Кришны, спящее внутри него. Это движение сознания Кришны дает такой шанс всем. Мы даем прибежище всем, кто серьезен о развитии сознания Кришны. Мы устраиваем их жилье и питание, чтобы они могли спокойно развивать сознание Кришны и вернуться домой, обратно к Богу, даже в этой жизни. Om Gyanam Nandasya Gyanam Jalakshya Chakshur Pritanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavastam Sagatamena Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dhati Swapananya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Итак, это текст из пятой песни Шримад Бхагаватам. And the verse being spoken by a devotee called Jad Bharat. Это стих произнес преданный, которого звали Джада Бхарата. And he's speaking this verse not to an ordinary man, but to a king whose name was King Rahugana. И он произносит этот стих, обращаясь не к обычному человеку, а к царю, которого звали Рахугана. Shrimad Bhagavatam presents the science of pure devotional service. Shrimad Bhagavatam описывает науку чистого преданного служения. We ask today, even after having compiled the vast Vedic literature, we're still feeling that there's something lacking in his efforts. Даже записав все ведические писания, Вьясадева чувствовал, что что-то он не сделал до конца. And as he was meditating, probing into the cause of his dissatisfaction, his spiritual master Narada Muni appeared on the scene. И когда он размышлял над тем, почему он не удовлетворен, несмотря на то, что он записал все ведические писания, в этот момент туда к нему пришел Нарада Муни. And his spiritual master explained that the cause of his dissatisfaction is not having exclusively presented the path of pure devotional service. Нарада Муни, его духовный учитель, объяснил ему, что причина его неудовлетворенности была в том, что он не описал исключительное положение чистого преданного служения Господу. In the other efforts of Vyasadeva, no doubt he talks about devotional service, but there's also a reference to fruitive work. В других писаниях, которые записал Вьясадева, также говорится о чистом преданном служении, но при этом также упоминается кармическая деятельность. So he gave us the Srimad Bhagavatam, which is a ripened fruit of Vedic knowledge. И Вьясадева дал нам после этого Шримад Бхагаватам, который является зрелым плодом древа ведического знания. And Prabhupada explains in the opening verses of the Bhagavatam that this ripened fruit is coming from top of the tree to different spiritual masters sitting on different branches. И в комментарии к первым стихам Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет, что этот зрелый плод древа ведических писаний передается с вершины дерева разными духовными учителями, которые сидят на разных ветвях этого дерева. So by the time the fruit reaches the ground,
It is intact because it is coming through a chain of disciplic succession. Таким образом, поскольку это знание, этот плод передается по цепи ученической преемственности, он в целости и сохранности достигает земли. The Gama Kama Karor Galitam Phalam, the ripened fruit of Vedic knowledge. Шримад Бхагаватам – это зрелый плод ведической мудрости. In the 10th canto of Bhagavatam, Shukadeva Goswami says, the glorification of the Supreme Lord should be done through the process of Parampara. Десятая песня Шримад Бхагаватам. Шукадева Госвами говорит, что прославление Господа должно идти по парампаре, по ученической преемственности. Извините, Парикшит Махарадж сказал это. So we are very fortunate in ISKCON that we have the knowledge coming through this disciplic succession. Нам в ИСККОН очень повезло, поскольку к нам знания приходят по цепи ученической преемственности. Сарве пунсам пара дхармо, ято бхакти адокшаде, айтаке пратхиета, ято сукрасидати. It is said by Sutta Goswami that this devotional service must be unmotivated and uninterrupted, then the self will be purely satisfied. Сутта Госвами говорит, что чистое преданное служение должно быть непрерывным и бескорыстным. В таком случае оно сможет удовлетворить полностью человека. So Srimad Bhagavatam, consisting of 18,000 verses, 12 cantos, is full of stories that present a strong purport. Итак, Шримад Бхагаватам, в котором 18 тысяч стихов и 12 песен, содержит в себе очень множество историй, несущих очень глубокий духовный смысл. These are stories with a strong purport or a message that can inspire us how to advance spiritually. Эти истории несут глубокий смысл, и они предназначены для того, чтобы вдохновить нас духовно. In material life, people are very fond of stories also, isn't it? В материальной жизни люди также очень склонны, любят слушать разные истории. You go to any new stand and it's full of magazines and papers. Если вы подойдете к любому газетному киоску, вы увидите там множество разных газет, журналов. And so many books are being printed and distributed. Столько книг издается и продается. So many trees are being slaughtered to produce paper to print this rubbish material. Столько деревьев убивают для того, чтобы сделать бумагу и напечатать всякий мусор. But this is all about mundane topics. Все эти газеты, журналы, книги посвящены каким-то мирским темам. Srimad Bhagavatam, on the other hand, presents philosophy that can help us achieve the goal of life. В то время как Шримад Бхагаватам содержит в себе философию, позволяющую нам достичь цели жизни. Like here in the fifth canto, we are reading the story, we are reading the dialogue between Jatabharata and King Rahul. Как здесь, в пятой песне, мы читаем историю и диалог между Джатабхартой и царем Рахуганом. To give you a little background, Jatabharata in his previous, one of his previous births was King Bharat. Предыстория этой беседы такова, что в одной из своих прошлых жизней Джатабхарата был царем Бхараты. And he was the son of King Rishabhadeva. Он был сыном царя Ришабхадева. Rishabh in Sanskrit means the best, and Rishabhadeva the incarnation of God. Ришабха на санскрите означает лучший, и он был воплощением Бога. What is the incarnation of God called? Как называют воплощение Бога? Аватар. I don't know if you know. Hollywood made a movie called Аватар. Не знаю, знаете вы или нет, но Голливуд снял фильм, который называется Аватар. Apparently it was a big superhit all over the world. И этот фильм стал самым популярным хитом во всем мире. There's nothing about Krishna, but at least the producer chose a nice name, Avatar. Там о Кришне ничего нет, но режиссер фильма дал хорошее имя этому фильму, название хорошее, Аватар. So Avatar means one who descends from the spiritual world. Аватар означает тот, кто не сходит из духовного мира. So King Rishabhadev's father
was King Nabi and his mother was Meru Devi. Отцом царя Ришабхадева был Махарадж Набхи, а матерью была Меру Деви. They were performing a sacrifice as a person of having a son like God. Они совершали жертвоприношение, чтобы у них родился ребенок, подобный Богу. The Lord was very pleased by the sacrifice. Господь был очень доволен их жертвоприношением. He said, "If you want a son like me, that's not possible." Но он сказал, если вы хотите, чтобы у вас родился сын, подобный мне, то это невозможно. Who can be like God? Потому что нет никого, кто был бы подобен мне. Can anyone duplicate God? Кто-то может повторить Бога. He said, "I'll become your son." Поэтому он сказал, я сам стану вашим сыном. So he gave very valuable instructions in the first canto. И затем он дал очень важные наставления, которые описаны в пятой песне. Prabhupada used to very often quote Lord Rishabhadev's instructions. Шрила Прабхупада очень часто цитировал наставления Господа Ришабхадева. Especially that verse, Nayam Deha Deha Bhajam Niloke, is one of the most quoted verses. Особенно вот этот текст, он очень часто его цитировал. So he, the King Rishabhadev, had 100 sons. У царя Ришабхадева было 100 сыновей. The oldest of whom was King Bharata. И старший из них был царь Бхарата. And after ruling over the kingdom, he decided to hand over the responsibility to his son. И через некоторое время Ришабхадева решил оставить свое царство сыновьям. In the Vedic days, the head of state were kings. В ведические времена главами государства были цари. No, they didn't have this so-called democratic system. Тогда не было так называемой демократической системы. And the heads of state were all devotees of the Lord. И главы государства все были преданными Господу. They would consider the citizens like their own children. Они считали граждан, своих граждан собственными детьми. They would personally go out and see that the citizens were taken care of properly. Они лично заботились о том, чтобы обо всех подданных должным образом заботиться. Like you must have heard of Lord Ramachandra. Наверняка вы слышали о Господе Рамачандре. The rule of Lord Ramachandra is called Ram Rajya. Правление Господа Рамачандры называют Рам Раджья. People were so happy because the king would treat the citizens like his own children. И все люди в то время были очень счастливы, поскольку царь обращался со всеми как с собственными детьми. If anybody had any inconvenience or discomfort, he could go right to the palace, ring the bell and get an audience with the king. Если у кого-то была какая-то проблема или трудность, он мог напрямую прийти во дворец, позвонить в дверь и получить встречу, возможно, встретиться с царем. Can you do that today? Сейчас вы можете так сделать? Today is a one-way street. Сейчас существует одностороннее общение только. You can have darshan of the head of state on TV, but they can't have your darshan. Вы можете получить даршан главы государства по телевизору, но при этом он вас не услышит. It's all over the world like this. И по всему миру так. So, but in the Vedic days, you could gain access or get an audience with him. Но в ведические времена можно было получить аудиенцию у царя. So King Rishabhadev turned over the responsibility to his son King Bharat, who ruled over the planet in a very God-conscious atmosphere. Господь Ришабхадева передал бразды правления своему сыну Бхарате, который в свою очередь также правил государством в сознании Бога. And the people were so happy. The whole planet got named Bharatvarsha. И люди были так счастливы по правлениям Бхараты, что всю планету назвали в честь Бхарата, Бхаратаварша. But after ruling over for thousands of years, the king retired to the forest. Но после правления в течение нескольких тысяч лет царь решил уйти в лес. He retired to the forest to practice meditation. Он ушел в лес, чтобы совершать медитацию. But unfortunately, he got attached to a baby, to a deer. Но к несчастью в лесу он привязался к олененку.
One day he saw a lion chasing a pregnant she-deer. Однажды он увидел, как a lion roaring, and the she-deer was jumping, running. Он увидел, как зарычал лев, и беременная олениха испугалась и побежала, услышав этот рев. Have you ever heard a lion roaring? Слышали когда-нибудь рев льва? You have? Да? Where in the zoo? Где? В зоопарке? Okay. In the movies, probably. В кино, наверное. I've heard a lion roaring. Слышали, как ревет лев? Он так громко рычит, что издалека его слышно. Of course, sometimes they're very passive also. Sometimes they're very passive also. Иногда люди также бывают очень пассивные. Once I was doing my japa in a park in Kisumu, East Africa, Kenya. Однажды я читал джапу в парке в Кисуму, в Кении, это Восточная Африка. I've been walking for 1 hour. The devotee would be saying, Maharaj, right in the back is a lion. Я там целый час гулял, потом мне преданные сказали, Махарадж, вон там лев. So I saw the lion, he was very, very subdued. Я увидел льва, он был таким подавленным каким-то. So, if the lion was in a cage. А он в клетке был, потому что. Kenya is famous for lions. Kenya is famous for Kenya известна львами, там много львов живет. So, the she-deer heard the loud roaring of a lion. She jumped for safety. And in the process dropped her kid and she died. И так эта олениха испугалась рычания льва, она прыгнула от страха и в результате потеряла ребенка и сама умерла. So the king thought it was the will of the providence that he look after the baby deer. И царь подумал, что по воле провидения он должен теперь заботиться об этом олененке новорожденном. Он слишком привязался к этому олененку. Он не мог уже прожить без этого оленя. Если он куда-то убегал, то он начинал беспокоиться. И однажды, когда он пошел искать оленя, что произошло? What happened? Что случилось? He died. Он умер. The Vedic injunction is Ante Narayan Smriti. Mold your life in such a way that the moment of death you can think of Krishna. Ведическое наставление гласит Ante Narayan Smriti. Постройте свою жизнь таким образом, чтобы в момент смерти вы могли вспомнить о Господе. So someone may say, oh, that's easy. The moment of death, I'll make sure I'm thinking of Narayan. Now let me think of what I want. Nonsense, what I want. Кто-то может сказать, ну это очень просто. Я обязательно в момент смерти подумаю о Нарайане, а пока буду жить как хочу. Is that possible? Возможно это? Why? Нет? Why? Почему? We have advanced technology now. Сейчас очень продвинутая технология. At the moment of death, we'll see pictures of Krishna. В момент смерти будем смотреть изображения Кришны. Есть записи Прабхупады. We can't. Because generally the laws of nature said at the moment of death, your mind will be an activity that you focus on all along. Нет, законы природы таковы, что в момент смерти ум сосредоточен на той деятельности, на которую вы больше всего концентрировались в течение жизни. If you've been practicing the art of devotional service, then in the moment of death you can think of Krishna. Если вы следовали практике преданного служения в своей жизни, то в момент смерти вы сможете помнить о Кришне. And if you've been practicing material life, then that's where your mind will be. Если вы жили просто материальной жизнью, то ваш ум будет на этом сосредоточен. That's why the scriptures recommend that we should learn to control the mind. Поэтому Писание рекомендует нам научиться контролировать свой ум. The mind is a key player in our endeavor for spiritual success. Ум играет ключевую роль в наших усилиях в достижении духовного успеха. What does Krishna say in the Bhagavad Gita?
Что говорит Кришна в Бхагавад-гите? Манмалабава, Манбхакто, Манвяджи Мам, Намаскру. Маме Вачи Сатям Те Пратидане, Приошаме. He says that again and again, not just once in the 18th chapter. Он говорил это несколько раз, произносил подобные слова. Again and again, Krishna emphasizes the importance of making friends with the mind. Снова и снова Кришна говорит о том, что нужно сделать, о том, насколько важно сделать ум своим другом. When is the mind considered to be a friend? В каком случае ум считается вашим другом? When the mind is thinking or helping you on the spiritual path. Когда ум думает о том, как помочь вам на духовном пути. And when is the mind considered to be your enemy? Когда ум считается вашим врагом. When it's doing the opposite. Когда он занят противоположным. Krishna says in the 6th chapter, one should elevate himself with the help of the mind. Кришна говорит в 6 главе Бхагавад-гиты, что человек должен возвыситься посредством ума. And Krishna gives us various suggestions how the mind can be engaged positively. Кришна дает несколько способов позитивного занятия ума. He says, think of me as one who is inconceivable. Он говорит, думай обо мне как о непостижимом. Think of me as one of the cause of all causes. Думай обо мне как о том, кто является причиной всех причин. Think of me as one who is more luminous than the sun. Думай обо мне как о том, кто сияет, чье сияние превосходит сияние солнца. So the sages have given us many suggestions like Nama, Rupa, Guna to think about the Lord, Lila. Мудрецы говорят, что мы можем думать о Наме, Рупе, Гуне, Лиле Господа. So, one who is intelligent practices the art of mind control from the beginning. И разумный человек с самого начала следует этому, следует контролю ума, контролирует ум. And attentive Shravana Kirtanam will be a great tune in Vishnu's Varna. И внимательное Шравана Киртанам поможет также Вишну Смарана. So just Bharat, so this King Bharat, because his mind was focused on thinking of the deer when he died, he had to take his birth as a deer. Итак, царь Бхарат, поскольку в момент смерти думал об олене, ему пришлось родиться оленем. But Krishna also says, devotional service to me doesn't go in vain. Но Кришна также говорит, что преданное служение мне никогда не проходит даром. So he didn't just have to stay for long in the body of a deer. Так что ему не пришлось долго оставаться в теле оленя. And he soon took his birth in a family of a brahmana. И вскоре он родился в семье брахмана. And in this birth he was known as Jadbharat. В этом рождении его назвали Джадабарат. The man Jadbharat, he resolved that he would not make the same mistake he made earlier. И уже в этой жизни, как Джадабарат, он решил, что больше подобных, больше не будет совершать ошибок подобных той, которую он совершил в прошлой жизни. They say once bitten, twice shy. Как говорится, что тот, кто да, за одного битого, двух небитых дает. Suppose you give someone a loan, he doesn't give it back. Next time he comes to you for a loan, will you give it to him? То есть если вы кому-то дали деньги взаймы и он вам не вернул, потом второй раз спросит, вы ему дадите деньги? You won't trust him. Вы уже ему не будете доверять. So Jadbharat was intelligent. He could understand. He could remember how he got misdirected. Джадабарата помнил свою прошлую жизнь, поэтому он помнил, как он попал в ловушку, как он сбился с пути. If the mind is not positioned properly, it can really endanger us. Если ум не занимает должного правильного положения, он может поставить нас в очень опасное положение. In the sixth canto, you read the story of Ajamil in the Bhagavatam. В шестой песне Шримад Бхагаватам описана история Аджамилы. It's one of the most famous stories of the Bhagavatam amongst the devotees. Это одна из самых известных историй Шримад Бхагаватам. But how did Ajamila's downfall start? С чего началось падение Аджамилы? He was born in a Brahminical family. Он ведь родился в семье брахманов. He was following all rituals. Следовал всем ритуалам. He'd gone to the forest to bring flowers. Отправился в лес за цветами. For what?
Для чего? For his deity worship. Для поклонения божества. He had not gone to some nightclub or a movie. Он не в кино пошел или в ночной клуб. He had gone for a very noble activity. Он пошел с благородной целью. But he saw a prostitute drunk embracing her client, who was also drunk. По дороге он увидел пьяную проститутку, которая обнимала такого же пьяного клиента. And he started meditating on an incident which caused his eventual downfall. И он стал размышлять об этом случае, и в итоге это привело к его падению. So, it just shows you that even an exalted person like Ajivya got distracted. Why? How? Because his mind was meditating on something undesirable. И вот этот случай показывает, что даже такой возвышенный человек, как Аджамила, пал в результате того, что ум его начал медитировать на греховную деятельность. In the Bhagavatam is one more story. В Бхагаватам еще есть одна история. Of Subhari Muni. О Саубхари Муни. We heard of him. Слышали о нем? So Subhari Muni was meditating underwater. Субхари Муни медитировал под водой. Your country, Russia, is famous for making submarines. Ваша страна, Россия, славится своими подводными лодками. They make them in St. Petersburg. Их делают в Санкт-Петербурге. The submarines go underwater. То есть подводные лодки плавают под водой. So, Subhari Muni used to meditate underwater, deep underwater. И Субхари Муни медитировал, сидя глубоко под водой. It's not an ordinary assignment. Это необычное дело. But underwater, he once saw two fishes mating. Но, сидя под водой, он как-то заметил, как две рыбки спариваются. And he started meditating on the joys of bathing. И он стал размышлять, стал думать о радостях вот этой супружеской любви. So that spoiled his whole spiritual life. И это разрушило его духовную жизнь. He came out of the water. Он вылез из воды с длинной бородой. It's a very funny story. I won't tell you the whole story. Веселая история, я вам всю ее не буду рассказывать. But his downfall started just by meditation. Но, короче говоря, падение его началось с этой медитации. So we gave you these two examples just to show how important it is to control the mind and we don't make a mistake like just Bharat made a mistake. Привели эти две истории для того, чтобы показать, насколько важно контролировать ум, потому что в противном случае он может стать причиной падения, как в этих историях показывается. So this Jadbharat was on one occasion asked to help carry a king. И вот Джадабхарата в одном случае попросили помочь нести царя. He decided now he would not get entangled in life with anyone, so he was acting in society as if he was deaf and dumb. Джадабхарата решил, что больше он не будет ни с кем, то есть он хочет избежать иллюзий, поэтому он старался вести себя как глухонемой, чтобы ни с кем не вступать ни в какие отношения. Actually, he was not deaf and dumb, but he just didn't want to get entangled like he got in his previous birth. Он не был глухонемым, но он просто не хотел попасть в ловушку, как в прошлой жизни. So one day, palanquin of the king was being carried. King и однажды несли царя в паланкине. And the palanquin carriers needed help. И носильщикам нужна была помощь. So the king was going to Kapil Ashram. Царь спешил в Kapil Ashram. There is a Kapil Ashram near Kurukshetra. Рядом с Курукшетрой находится Kapil Ashram. Те, кто были в Курукшетре, обычно заезжают еще. Те, кто приезжают в Курукшетру, заезжают в Kapil Ashram. We have an ISKCON temple there. В Курукшетре у нас есть храм ISKCON. So the king was getting late. So he's like, hurry up! I want to go quickly to what is this course? Царь опаздывал на лекцию, поэтому он торопил носильщиков. Давайте быстрее, я опаздываю на лекцию. So, this Jadbharata was added to the team.
И Джада Барату добавили к команде носильщиков. But the pelicans are moving faster, started moving slower. Но вместо того, чтобы двигаться быстрее, паланкин стал двигаться медленнее. Why? Почему? Because Bharata the Brahmin would not keep his feet on the ground. He saw at least for the next 3 feet there was no entity on the ground. Потому что Джада Барата, как брахман, шел очень осторожно и смотрел, чтобы на следующие 3 шага на земле не было никаких насекомых, чтобы ни на кого не уступить. One of the characteristics of a devotee is he's a friend of everybody. Одно из качеств преданного в том состоит в том, что он друг всех. Он даже право муравья на жизнь уважает. So this Jadbharat was very careful in placing his feet on the ground. Итак, Джадабарат очень осторожно шел. And as a result, the palanquins are moving faster, started moving slower. И поэтому в результате, вместо того, чтобы ускорить ход, паланкин замедлил свой ход. So the king was very upset. Царь очень расстроился. And he was initially chastising his crew for slowing down the palanquin. Сначала он отругал своих носильщиков за то, что они замедлили ход паланкина. But the servants said, "Sir, we are on the car. This new man we added to our team is slowing us down." Но носильщики сказали: "Господин, мы не виноваты. Вот этот новенький задерживает нас." And then the king sarcastically just criticized that part. И царь отругал Джадабарату. Джадабарат initially heard the chastisement. Сначала Джадабарата смиренно выслушивал Then he began to speak. Но затем он заговорил. And when he spoke, the king realized this man is not deaf and dumb. Когда Джадабарата заговорил, царь понял, что это не глухонемой. He realized this man is self-enlightened, self-realized soul. Он понял, что это человек, осознавший себя душа. So he got down from his palanquin, offered obeisances to the Jadbharat, and begged for forgiveness for his offensive behavior. Поэтому царь сошел с паланкина, поклонился Джадабарате и попросил прощения за свое оскорбительное поведение. He said, "I'm not scared of Indra's thunderbolt." But I'm scared of offending a Vaishnava. И он сказал, что я не боюсь даже молнии Индры, но я боюсь оскорбления в адрес Вайшнава. So on the spiritual path, we should be very careful to avoid Vaishnava plans. И на духовном пути мы должны быть очень осторожны и должны тщательно избегать Вайшнава аппарата. The 10 offenses in chanting the holy name, and what is the first offense? Существует 10 оскорблений при повторении святого имени. Какое оскорбление является первым? Оскорблять преданных, которые посвятили свою жизнь распространению святого имени Господа. So we should be very careful on the transcendental path to avoid Vaishnava pran. И на духовном пути нужно очень осторожно. Быть очень осторожным, избегать Вайшнава Бхарати. Чайтанья Махапрабху was explaining to Санатана Госвами the process of devotional service. Чайтанья Махапрабху описывал Санатане Госвами метод преданного служения. You read about this in the Мадья-лила section of the Чайтанья Чаритамрита. Это описано в Мадья-лиле, Чайтанья Чаритамрита. And he said, this beautiful garden of devotional service can be spoiled. If a man elephant is allowed to come in. И он сказал, что прекрасный сад преданного служения может быть разрушен, если туда ворвется бешеный слон. And so he said we should be careful that we avoid the wrath. Бешеный слон Вайшнава Бхарати, поэтому он сказал, что нужно тщательно избегать Вайшнава Бхарати. Lord Chaitanya described as the most merciful of all incarnations. Господа Читания описывают как самое милостивое воплощение. Наратанда Стакур говорит: «Дорогой Господь, ты пришел, чтобы спасать всех падших людей, и я самый падший из всех». There was a Brahmin who was offensive, who was envious of Shiva's high exalted position. Был один брахман, который завидовал
возвышенному положению Шивасу. Потому что Господь Читания начал движение Санкиртаны в Шивасангане. И всю ночь, каждую ночь они проводили киртан. И туда пускали только самых близких преданных Господа. So there was one Brahmin who tried to defame Shiva. Был один брахман, который решил опорочить Шривасу. By placing the paraphernalia for worshiping goddess Durga in front of his door. Разложив атрибуты для поклонения богине Дурге у дверей Шриваса. So the Brahmin went on suffering. В результате этого оскорбления брахман очень сильно стал страдать. He got inflicted by leprosy. Он заболел проказой. И Господь Читания не хотел прощать его. So there are so many stories to show how Lord Chaitanya took Vaishnava Prasad very seriously. Есть множество историй, которые показывают, насколько серьезно Господь Читания относился к Вайшнава Парадху. He was able to give us an example, even show that he was even angry with his mother. Для того, чтобы показать нам пример, он даже был зол на свою мать. His mother had a little bit of anger against Advaita Acharya. Его мама немного злилась на Адвайта Ачарью. Because Lord Chaitanya's older brother had left home, and now he left home, so his mother was thinking that Advaita Acharya is influencing my sons. Поскольку старший брат Господа Читания Вишварупа ушел из дома, принял саньясу, и Господь Читания тоже ушел из дома, поэтому Шачи Мата думала, что это Адвайта Ачарья их вдохновил, поэтому она злилась на него. So the people, devotees would tell Lord Chaitanya, you are so merciful, you are bestowing mercy upon everyone, why are you bestowing mercy upon your mother? И преданные говорили Господу Читанию, ты такой милостивый, ты проливаешь милость на всех, почему же ты никак не одаришь своей милостью свою мать? Господь Читания сказал, что моя мать совершила оскорбление. And when she saw that she took the dust from Advaita Acharya's feet and put it on her forehead, Lord Chaitanya was happy. Because she did that to be forgiven for her offensive mentality. Когда его мама коснулась стоп Адвайта Ачарьи и поместила пыль с его стоп себе на голову, Господь Читания был очень доволен, потому что таким образом она попросила прощения за свое оскорбление. So this king Рахугана surrendered at the feet of Jada Bharata. Этот царь Рахугана также предался стопам Джада Бхараты и стал просить у него наставления, духовных наставлений. In the previous chapter 11, you get Jada Bharata's instructions to King Rahugana. В предыдущей 11 главе описаны наставления Джада Бхараты царю Рахугане. And again here in the 12th chapter, he further elaborates at the request of King Rahugana. И здесь снова в 12 главе по просьбе царя Рахугана Аджада Бхарата продолжает свои наставления. King Rahugana received the instructions in the previous chapter, but in the opening verse of this chapter he said, I have understood your message, but not completely, so please elaborate further. В предыдущей 11 главе Джада Бхарата дал наставление Рахугане, и в первых стихах этой главы Рахугана говорит, я понял твое наставление, но не до конца, поэтому, пожалуйста, расскажи поподробнее. So, from this, what do we learn? И чему на этом примере мы можем научиться? We need to constantly hear to deep to for the message to penetrate into our hearts. Что нам нужно постоянно слушать для того, чтобы это знание проникло в наше сердце. Just by hearing once will not be sufficient. Одного раза услышать будет недостаточно. That's why the Bhagavatam says in the opening chapter, that in the first canto, Nasta Praesha Vajesha Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavatitma Shloke Bhakti Bhavati Naisiki. But regularly hearing the Srimad Bhagavatam, all that is inauspicious in the heart will be destroyed and loving service will be established. Поэтому в первой песне Шримад Бхагаватам говорится, что благодаря регулярному и внимательному слушанию Шримад Бхагаватам человек может очистить сердце от всего неблагоприятного и в его сердце утвердится
любовное преданное служение Господу. So if you can't regularly hear by coming to the temple, and then do the reading at home. Если вы не можете регулярно слушать лекции, приходя в храм, то вы можете читать Шримад-Бхагаватам дома. How many of you read the Bhagavatam at home every day? Кто из вас читает дома Шримад-Бхагаватам каждый день? Small number. Немного людей. You should make it a habit to read it every day. Нужно завести такую привычку каждый день читать Шримад-Бхагаватам. We have the 10th canto in Batu, the 10th in Russia. И сейчас уже 10-1. Сейчас уже Шримад-Бхагаватам до 10-й песни, первой части уже на русском есть. The Bhagavatam is so powerful, just by hearing and reading these stories, you'll get purified. Бхагаватам настолько могуществен, что если просто вы будете слушать, читать эти истории, вы будете очищаться. So Jan Bharat, in instructing King Rabhugana, is explaining the value of associating with an exalted devotee. И в наставлениях царю Рахугане Джаду Бхарата говорит о важности общения с возвышенными преданными. As you know, the scriptures encourage spiritual association. Как вы знаете, Писание подчеркивает важность духовного общения. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Kaya, Lava Mata Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hai. If you have the frank fortune of even associating or 1/14 of a second with an advanced devotee, you are very fortunate. Если вам выпадает удача общаться с возвышенным преданным даже какую-то долю секунды, то вы очень удачливы. So we are encouraged to take spiritual association. Нас вдохновляют принимать духовное общение. One can associate at three levels with other Vaishnavas. С другими Вайшнавами человек может общаться на трех уровнях. This is explained in the 4th canto by Narada Muni. Это объясняет Нарада Муни в 4-й песне. He explains to Dhruva Maharaj that the three levels of association a devotee can have. Он объясняет Друи Махараджу, что у преданного может быть три вида общения. You can associate with those who are more advanced, общение с более advanced, and less advanced. Общение с более возвышенными преданными, общение с равными и общение с менее возвышенными преданными. When you have the opportunity to associate with somebody more advanced, then you should become very joyful. Если у вас есть возможность общаться с более продвинутыми преданными, то вы должны очень этому радоваться. And the Bhagavatam gives example that peacocks, when see the clouds for the first time in the rainy season, they dance in ecstasy. И в Бхагаватам приводится пример павлины, павлина, который, видя первые облака с наступлением сезона дождей, начинает танцевать от радости. So when you have the opportunity to associate with those who are more advanced, one should be joyful because one is going to receive science, knowledge by which he can make spiritual progress. Когда у человека есть возможность общаться с более продвинутыми преданными, он должен радоваться этой возможности, поскольку это даст ему знание, которое поможет ему духовно развиваться. Then when you have the opportunity to associate with somebody equally advanced, he should make friendship. Если у вас есть возможность общаться с равными преданными, то вы должны развивать с ними дружеские отношения. And when you have the opportunity to associate with somebody less advanced, then what do you do? Если у вас есть возможность если вам выпадает возможность общения с менее продвинутыми преданными, что вы должны делать? Display compassion. Проявлять сострадание. So, with more advanced, you receive instructions. От более продвинутых преданных вы принимаете наставления. Equally advanced, you make friendship. С равными преданными вы дружите. What does friendship in spiritual life mean? Что означает дружба в духовной жизни? Friendship in spiritual life means we encourage each other to progress spiritually. Дружба в духовной жизни означает, что мы друг друга вдохновляем духовно расти. We join hands to preach together. Мы вместе проповедуем. And we join hands to serve prasad, eat prasad. Вместе раздаем прасад, вместе вкушаем прасад. This is known as spiritual friendship. Вот это и есть духовная дружба. And when we meet somebody less advanced, we display compassion.
И если вы встречаетесь с кем-то, кто менее продвинут, чем вы, можете, вы должны проявлять сострадание. What does it mean, compassion in spiritual life? Что такое сострадание в духовной жизни? Compassion in spiritual life means you endeavor to enlighten the other person about the value of human life. Сострадание в духовной жизни означает, что вы пытаетесь объяснить человеку, в чем ценность человеческой жизни, в чем цель человеческой жизни. Vaishya is para dukha dukhi, seeing others in distress, he becomes distressed and he wants to enlighten them. Вайшнава — это пара духа-духи, когда он видит страдания других людей, сопереживает или пытается избавить их от этих страданий. Now, that's hard to say. By associating with devotees, especially advanced devotees, one will get knowledge. Также Адабарата говорит, что общаясь с преданными, особенно с продвинутыми преданными, человек может обрести знания. And what do you do with this knowledge? И что нужно делать с этим знанием? One alternative is in from one ear, out from the other ear. Одна альтернатива это в том, что это знание в одно ухо войдет, а из другого выйдет. Да. Second alternative is use the knowledge. Вторая альтернатива воспользоваться этим знанием. Then, so what does Mother say? With the sword of knowledge, destroy the illusion of material activities. Затем Джада Бхарата говорит, что мечом этого знания нужно разрушить иллюзию материальной деятельности. So how do you get this knowledge? By associating with exalted devotees. И это знание можно получить, общаясь с возвышенными преданными. Now when you read these books, you're also associating with exalted devotees. Когда вы читаете эти книги, вы общаетесь с самыми возвышенными преданными. There are innumerable cases around the world of how people became devotees just by reading these books, without even having met one devotee. Существует очень много историй о том, как люди становились преданными, просто прочитав эти книги, и еще даже до того, как встречались с преданными. Prabhupada, when he would be writing the books, he would have in front of him the purpose of all the previous acharyas. Когда Шрила Прабхупада писал комментарии к этим книгам, перед ним лежали комментарии всех предыдущих ачарьев. He would take the essence from their purpose and what was relevant and present to us in the form of Bhaktivedanta purpose. Шрила Прабхупада брал суть комментариев предыдущих ачарьев, добавлял то, что актуально для нас, и таким образом появлялись эти комментарии Бхактивиданта. So when we receive this transcendental knowledge, we should use this transcendental knowledge. Если вы получили это трансцендентное знание, вы должны его использовать. Just like in the 13th chapter of the Gita, Krishna explains that it is lust only by which living in the remains entangled. В третьей главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет, что причиной рабства живого существа в этом мире является вожделение. And he says, where this lust can be found, mind, intelligence, and senses. И Кришна описывает, где можно обнаружить вожделение. Он говорит, что вожделение находится в уме, в разуме и чувствах. And then he says, with the weapon of knowledge, destroy this eternal enemy. Затем он говорит, оружием знания срази этого вечного врага. So there are so many illusory concepts in society. В обществе существует столько разных иллюзорных представлений. We are born in ignorance. Мы рождаемся в невежестве. We are brought up in ignorance. Мы растем в невежестве. And most of us die in ignorance. И большинство из нас умирает в невежестве. Правда? But by chance, the fortunate soul receive the Bhaktivedanta bit. Но удачливые души получают возможность получить Бхактивата бит. Just like Lord Chaitanya said, Brahmanda Pravita Kuna Bhagavadi, Guru Krishna Kripa Paya Bhaktivedanta bit. It's either fortunate soul who after going through many births and deaths receive the seed of devotional service. Господь Читание говорит, после многих рождений и смертей в этом мире удачливое живое существо получает возможность обрести Бхактилата Биджу, семя преданного служения. So, we are fortunate in that we got the spiritual knowledge
either by associating with the books or by associating with devotees. И нам повезло обрести это трансцендентное знание либо благодаря общению с книгами, либо благодаря общению с преданными. Prabhupada used to say that book Bhagavad and devotee Bhagavad. Шрила Прабхупада говорил, что существует книга Бхагавата и преданный Бхагавата. So in the association of devotees, you get spiritual knowledge. И в обществе преданных вы обретаете духовное знание. And what is that spiritual knowledge? В чем это духовное знание заключается? That is the shastras. То есть это духовное знание, оно содержится в шастрах. Just like Rupa Goswami says, adosha datata sadhu. If you have this desire that you want to pursue spiritual life, the Lord is in the heart. Will give you the appropriate association and guidance. Как Рупа Госвами объясняет, адо, шада, тата, садху. Если у вас есть желание идти путем духовной жизни, то Господь устроит для вас должное общение с преданными. So, Jada Bharat is referring to knowledge. What is that knowledge? Jada Bharat говорит о знании. И что это за знание? He explains in this verse. Through the association of devotees, one can engage in the service of the Lord by hearing and chanting. Он говорит, что общаясь с преданными, человек может заняться преданным служением Господу посредством шраванам киртанам. So when you start doing shravanam kirtanam, when you start following the sadhu, spiritual master, etc., this is known as the process of bhajana kriya. Когда вы начинаете заниматься шраванам киртанам, начинаете следовать наставлениям духовного учителя, садху, то этот метод называется баджана крия. And when you regularly do this process, you notice that the anarthas are getting weakened. Если вы будете регулярно следовать этой практике, то вы обнаружите, что ваша анархия становится слабее. This is something we can all experience. Это то, что мы все можем непосредственно ощутить. Just like when you put food in the stomach, you can feel satisfaction. Подобно тому, как когда вы кладете пищу в желудок, вы чувствуете удовлетворение. You don't need an outsider to tell you. So we go on. То есть можем продолжать? Внимание. Работа в пара. The fire alarm system sometimes works the other way. So what do? Why don't you go and see outside? Somebody go. Okay. The material world is always a fire. В материальном мире все время пожар. We sing every morning samsara dhavana lalitka. Мы каждое утро поем самсара дхавана лалитка лока. So recently when there was forest fire everywhere, I was reminding the body about Gurvastaka prayers. Недавно, когда повсюду были лесные пожары, я преданным напоминал вот об этой шлоке Гурваштаке. Шрила Прабхупада говорил, что если лесной пожар, поможет только облако, когда и дождь. So in the sources of devotees, you see information on the process of Shravanam Kirtanam or ninefold process of devotional service. В обществе преданных получаете информацию о девяти методах преданного служения. And you engage the process of hearing and chanting. И вы начинаете следовать этому методу повторения и слушания. And you can experience yourself that when you're executing the process nicely, then your anarthas are getting weaker. И вы сами можете ощутить это
получить этот опыт, что если вы следуете этому методу как следует, то ваши анархи начинают ослабевать. These are experiences that every devotee has. Такой опыт есть у каждого преданного. You can see when you have good sadhana, good chanting, if you're spiritually strong. Если у вас хорошая садхана, вы внимательно повторяете святое имя, то вы чувствуете себя духовно сильным. Правда? And when you're not doing these properly, you feel weak. Если вы не следуете этой практике должным образом, то вы чувствуете духовную слабость. So this process of sharanam kirtanam is very, very important for spiritual advancement. И этот метод шраванам киртанам очень важен для духовного развития. And if you keep doing the process, then you get to the stage of determination also. Если вы будете продолжать следовать этому методу, вы достигнете уровня решимости. Many times devotees ask, how can I get nishtha? Часто преданные спрашивают, как я могу обрести ништху? How can I get determination to stay on the spiritual path? Как я могу обрести решимость оставаться на духовном пути? The answer is there in Rupa Goswami's teachings. Ответ приводится в наставлениях Рупы Госвами. There's no shortcut. Нет никаких коротких путей. You have to make the effort of another level. Нужно избавиться от анартх, анартха неврити. And if you keep pursuing, you get to the next stage of developing ruchi. Если вы будете продолжать следовать этой практике, вы достигнете следующего уровня, уровня ручи. Then Asakti and Krishna Prema. И затем уровень Асакти и в конце концов Кришна Према. But it's all based upon the process of Shravanam and Kirtanam. Все это основано на Шравнам Киртанам. So this chanting of the holy name, discussion of the philosophy, this is essential for making spiritual advancement. Повторение святого имени, обсуждение философии. Все это очень важно для духовного совершенствования. In the Upanishad, in the seventh verse, Rupa Goswami says, "The holy names of the Lord are sweet like sugar candy." В седьмом стихе Упанишадриты Рупа Госвами говорит, что святое имя Господа сладко, как леденец. He says the qualities of the Lord, the lilas of the Lord, qualities, they're also all sweet like sugar candy. Качество Господа, его лилы. Все, что связано с Господом, также подобно леденцам. Everyone likes sugar. Всем нравится сахар. That's why so many people have diabetes now. Поэтому столько людей сейчас болеют диабетом. Many people love sweets. Потому что они очень многие люди любят сладости. That the holy name is sweet. И святое имя тоже сладкое. Bhajan to the Lord is sweet. Игры Господа сладкие. Философия, которую произнес Господь, очень сладостная. Но мы не ощущаем этой сладости. Why? Почему? Because our tongue is afflicted with. What is it afflicted with? Потому что наш язык болен. Чем он болен? Обидия, ignorance. Невежеством, обидия. Разные анархи мешают. Таково влияние анарх. So what do you do? И что же делать? Is there any hope? Есть надежда. The beauty of spiritual life is the great sages identify the problem and give you the cure. Прелесть духовной жизни в том, что великие мудрецы не только описали проблемы, но также и дают решение этих проблем. In mature life, they identify the problem, but they don't have a cure. В материальной жизни люди знают, в чем проблема, но не знают, как их решить. Правда? There's so many diseases. Doctors will tell you this is your problem, but what's the cure? Nothing. Есть много болезней, доктора могут продиагностировать их. Но если вы спросите у них, как лечить эту болезнь, они скажут, что пока нет лекарства от этой болезни. The sages are so kind. They identify the problem and give us the cure. Но мудрецы очень милостивы, они не только описали проблему, но также описали и решение этой проблемы. В этом стихе Джадда Бхарата дает нам решение. He says, through the association of devotees, you get to engage in Shravanam and Kirtanam. И он говорит, благодаря общению с преданным человек занимается Шравнам Киртанам. Thus you can revive
your dormant Krishna consciousness. И таким образом он может возродить свое спящее сознание Кришны. So what does it mean, dormant Krishna consciousness? Что значит спящее сознание Кришны? As Prabhupada explains in Nectar of Devotion, the tendency to love, serve God is there like dormant in everyone's heart. Шрила Прабхупада объясняет в Нектаре преданности, что склонность любить Бога и служить Ему дремлет в сердце каждого. Just like there's dust, you can remove the dust and then it becomes clean again. Как если где-то пыль, вы можете убрать пыль и все станет чистым снова. So similarly, service to the Lord, devotion service, lying dormant in everyone's heart. Подобным образом, преданное служение дремлет в сердце каждого. Если воспользоваться этим методом, его можно возродить. Вот как все, кто сидят в этой комнате, никто из вас не родился в сознании Кришны. Ну, большинство из нас родились в очень греховной атмосфере. But by taking to this process of Sharanam Kirtanam, we've been able to revive a dormant Krishna consciousness. Но приняв этот метод Шравнам Киртанам, мы смогли возродить свое спящее сознание Кришны. Правда? You can see the result. Вы сами можете увидеть результат. Once somebody asked Prabhupada in India, Swamiji, can you do some magic? Однажды Прабхупаду в Индии кто-то спросил, с вами же можете какие-то чудеса делать? Because there is a certain expectation. If you are a holy man, then in India you have to know some magic, astrology, all these. Потому что в Индии считают, что если есть святой человек, то он может делать чудеса, предсказывать что-то и так далее. So he said, can you do some magic? И Прабхупаду спросили, можете сделать чудо какое-нибудь. Prabhupada said, no, I can't do any magic. Prabhupada сказал, нет, чудес не могу делать. But one magic I've done. Хотя одно чудо я сделал. So the man was really good. What magic can Swamiji do? И этот человек очень заинтересовался, какое чудо Свамиджи. Prabhupada said, I have converted thousands of lechas into brahmanas. Prabhupada сказал, я превратил тысячи млечь в брахманов. So those lecha means one who leads a degraded life. Млечка – это человек, ведущий греховный образ жизни. Brahmana means one who leads a civilized spiritual life. Брахман – это человек, который ведет духовный образ жизни. So to make people give up sinful activities and bring them on the transcendental platform is not an easy job. Для того, чтобы вдохновить людей оставить греховную деятельность и вдохновить их подняться до трансцендентного уровня, это очень непростая задача. So Jadhana saying, by associating with the devotees, you will get knowledge. And with that knowledge, which is Sharanam Kirtanam Vishnu Smaranam, if you apply, then there will be a delusion of material life. Джанда Барата говорит, что вообще не с преданными вы обретете знания, и это знание, то есть Шраванам Киртанам, Вишну Смаранам, если вы примените на практике, то благодаря этому вы можете покончить с материальной жизнью. Тогда вы сможете вернуться к Богу уже в этой жизни. A devotee who is transcendently situated, a devotee who is engaged in serving the Lord, he's on the spiritual platform, even though he may be in the material world. Преданный, который занят полностью преданным служением Господу, он уже находится в трансцендентном положении, уже находится на духовном уровне, даже находясь в материальном мире. Just like Krishna says, lotus leaf is in water, but not touched by the water. Как Кришна говорит, что лотос растет в воде, но воды не касается. So what we are being encouraged in this verse by Jadhana is to spiritually associate with devotees. Так в этом стихе Джанда Барата вдохновляет нас духовно общаться с преданными. And in the associate with devotees, especially if we have the chance to associate with those more advanced, you'll receive knowledge about the importance of devotional service. И в обществе преданных, особенно если у вас есть возможность общаться с возвышенными преданными, вы получаете знания о важности преданного служения. And when you apply that knowledge, you'll be able to cleanse the heart, chaitanya, and rid yourself
of the Anantas. Если вы примените это знание в своей жизни, то тогда вы сможете очистить свое сердце от анарт. So Prabhupada created this international society of Krishna consciousness so that we can have spiritual association. Шрила Прабхупада создал это международное общество сознания Кришны, чтобы у всех у нас была возможность духовного общения. So we should look forward to spiritual association. Мы должны стремиться к духовному общению. We should be anxious to get spiritual association. Мы должны стремиться получать это духовное общение. Anxious to give spiritual association. И стремиться отдавать это духовное общение. We take and we give. То есть мы принимаем и даем. Just like Rupa Goswami talks about six rasas amongst devotees in Udeshwamit. Упадешамрити Рупа Госвами говорит о шести расах между преданными. Reveal your mind to those who are more advanced and take instructions from them. Открывать свой ум более возвышенно преданным и принимать от них наставления. Give charity, accept charity. Дарить подарки, принимать подарки. Serve prasad and accept prasad. Раздавать прасад и принимать прасад. Vidadi pranagranati kriyamagati prajati bhunakti bhujatai chaiva sad vidhim priti lakshana. These six rasas amongst devotees. Это шесть видов взаимоотношений, рас между преданными. And Prabhupada says, in purple, the international society of Krishna consciousness has been formed to facilitate these six rasas amongst devotees. Шрила Прабхупада говорит, что это международное общество сознания Кришны было создано для того, чтобы дать возможность преданным вступать в эти шесть видов взаимоотношений. So now we have the opportunity to associate in these big satsangs, namahats, bhakti rikshas, so many agencies, so many situations in which we have the opportunity to associate. И у нас есть много возможностей духовного общения, сатсанги, намахаты, бхакти-рикши. So we should take advantage of this association. Мы должны пользоваться этими возможностями. Sometimes we see that we are scared of associating, especially when we are spiritually a little weak. Иногда можно заметить, что преданные боятся духовного общения, особенно если они духовно ослабеют. Here we see in this Bhagavatam that King Rahugana, he told Jatpat frankly, I've understood your knowledge, but I want more preaching. I want more explanation. So please give me more explanation. Здесь мы видим, что царь Рахугана сказал откровенно Джади Барати, что я понял до некоторой степени твои наставления, но мне нужно еще наставление. Пожалуйста, продолжай свою проповедь. Продолжай мне проповедовать. So similarly, we should not hesitate in revealing our mind to those who are more advanced and taking instructions from them. Подобным образом, мы не должны колебаться в том, чтобы раскрывать свои мысли, свой ум более возвышенно преданным и чтобы получать от них наставления. Arjuna had so many questions. У Арджуны было столько вопросов. He sought clarification. Он хотел получить на них ответы. Prakshit Maharaj had so many questions, he sought clarification. У Парикшита Махараджа также были вопросы, на которые он хотел получить ответы. So we should not hesitate in getting a doubt clarified. Подобным образом мы не должны колебаться в том, чтобы избавляться от своих сомнений, задавать вопросы. We should be, our desire should be to constantly remain in the associates of the devotees. И мы должны хотеть постоянно оставаться в обществе преданных. Chaitanya Mahaprabhu, when he was going to southern India, Sarvabhaumacharya told him he would meet a great devotee there called Ramananda Roy. Когда Господь Чайтанья отправлялся в Южную Индию, Сарвабхаумапатачарья сказал ему, что там он встретит великого преданного Рамананда Роя. Ramananda Roy was externally acting as a governor, but was a self-realized soul. Ramananda Roy на внешнем уровне был губернатором, но внутри он был великим преданным Господу. So the Lord asked him many questions. Господь задавал ему много вопросов. We will discuss one or two. Мы можем обсудить всего один или два. Lord is anxious to glorify his devotee. Devotee is anxious to glorify them. The Lord. Господь стремится прославить, преданный стремится прославить Господа, а Господь, в свою очередь, стремится прославить преданного. So the Lord asks, what is the most painful experience for a devotee? И Господь спросил, что является самым болезненным для преданного. He said, apart from separation of the body of Krishna,
I do not know any unbearable pain. Рамананда Рао ответил, что помимо разлуки с преданными Кришны, я не знаю другой невыносимой боли. So we should look forward to spiritual association. Мы должны стремиться к духовному общению. And when we associate with devotees, we should be like a bee and not a fly. Когда мы общаемся с преданными, мы должны быть подобны пчелам, а не подобны мухам. The fly is always looking for dirt. Мухи все время ищут грязь. So sometimes we have a tendency, just fault finding everyone. Иногда у преданных бывает склонность выискивать недостатки во всех. Fault finding the dangerous tendency. Эта склонность выискивать недостатки — это очень опасная склонность. Рамачандра Пури сначала выискивал недостатки у саньяси. Потом он даже в Господе Читании начал искать недостатки. Он даже своему гуру уже начал потом советы давать. И гуру просто прогнал его. We try to encourage each other to pursue the path of devotional service. Преданное служение будет, духовное общение будет приносить нам гораздо больше радости, если мы будем вдохновлять друг друга на духовное совершенствование. In the Bhagavad Gita, Krishna talks about austerity of the tongue. В Бхагавад Гите Кришна говорит об аскезе речи. And the austerity of the tongue, one of the things he says is, speak words that are truthful. И он говорит, что один из принципов аскетизма речи — это говорить правду, но говорить ее приятным образом. Similarly, are speaking sweetly with all Vaishnavas and Vaishnavis, then our relationships will improve. Если вы научитесь общаться хорошо с Вайшнавами и Вайшнави, то у вас будут очень хорошие отношения. You all want your relationships to improve? Вы все хотите, чтобы у вас улучшились отношения? Then speak words sweetly and palatably. Когда вы должны друг с другом приятным образом разговаривать? Чанакья Пандит said, deal with others the way you want others to deal with you. Чанакья Пандит говорил, что нужно общаться с другими так, как вы хотите, чтобы общались с вами. So how do you want others to deal with you? Как вы хотите, чтобы с вами общались? How? Как? Respectfully. С уважением. So deal with others the same way. И подобным образом обращайтесь с другими людьми. And that will make your relationship with your Vaishnavas even sweeter. Это сделает ваши отношения с Вайшнавами и Вайшнави очень сладостными. So, to summarize, that Bharata is encouraging us to get spiritual association. Итак, подведем итог. Джанда Бхарата вдохновляет нас получать духовное общение, especially senior association. Особенно общение со старшими, because that will give you knowledge, потому что это даст нам знания, which can cut, which can destroy the power of Maya, который поможет нам разрушить иллюзию Майи, and that will revive your dormant Krishna consciousness. И это поможет возродить ваше спящее сознание Кришны. So all of you are ready for that? Все вы готовы к этому? Все готовы? Мы бы могли еще полчаса как минимум продолжать, но уже поздно стало, и еще у нас слайд-шоу. Мы и так уже больше, чем должны были. Когда вы хотите посмотреть слайд-шоу? Сегодня или завтра? Okay, very sure. 10 minutes.
slideshow tomorrow. Слайд-шоу будет завтра. Okay, any questions? Есть вопросы? Yes. We have to vacate this hall in 15-20 minutes. Просто нам нужно этот зал освободить через 15 минут. So I thought if you want to start a slideshow now, it will not be practical. Поэтому сейчас мы не сможем посмотреть слайд-шоу. Okay, question? Вопросы? Yes. После лекции также Махарадж даст даршан в кафе у Кришна Киртана. Поэтому те, кто хотят, те, кто записался, да, вот у Кришна Канты, могут подойти в кафе на личный даршан. А почему все уходят? Еще лекция не закончилась. Садитесь. Окей. You will say that in class about the last which is present in mind, intelligence and senses. So how to drive out this last from this senses, mind and intelligence. Вопрос был, что вожделение находится в уме, в разуме и чувствах, как его оттуда прогнать? Krishna says that knowing the Gita with the weapon of knowledge. Кришна говорит в Бхагавад-гите оружием знания. Destroy the eternal enemy. Убей этого вечного врага. So when we read the books, when we chant, automatically the influence of Maya begins to get weaker. Когда вы читаете книги, повторяете мантру, естественным образом влияние Майи ослабевает. It's just like if you are sick and you take medicine, that the medicine gradually kills the germs and makes you healthier. Если вы болеете и лечитесь, принимаете лекарства, то постепенно лекарство возымеет действие и ваша болезнь пройдет. Okay. Еще вопрос? Yes, it is worthy. Дорогой Гуру Махарадж, разрешите прежде всего поблагодарить вас за ваших учеников. Они все помогают мне, и президент Ятра, и все таким образом, что я не чувствую себя, что я инвалид. Помогают мне заниматься служением. У меня вопрос. Когда мы распространяем книги, если тот, кому мы их его распространили книгу, он вернется в духовный мир. Вернемся ли мы благодаря ему? First of all, we want to thank you for your service, helping you, all of the devotees helping us. Okay. And his question is if we distribute some of our books, like he will go back to God. Will we benefit by this? If we distribute books and someone of those who bought the books from us will go back to Godhead, will it benefit us? Did anyone understand his question? Все поняли вопрос. If he distributes a book, someone reads that book and becomes a pure devotee, then he goes back to God. Если он распространяет книгу, кто-то купит книгу, прочитает и станет в итоге чистым преданным и вернется к Богу. Just because he bought the book doesn't mean he goes back to God. No, will the one who distributed the book get benefit if someone to whom he distributed? Oh yes, okay. Yes, someone who distributes the book and the other person goes back to God, the distributor will definitely get benefit. Если вы кому-то книгу распространили, и он в итоге вернется к Богу, то вы, несомненно, как распространитель, получите благо от этого. Prabhupada said, those devotees who do book distribution, they get unlimited mercy of Krishna. Prabhupada говорил, что те преданные, которые распространяют книги, получают бесконечное количество милости Кришны. Book distribution of ISKCON started
around 1967. 68. So Prabhupada wrote a letter to the book distributors. Prabhupada said, for this service of book distribution you are doing, Krishna will bless you 10,000 times over. Прабхупада написал, за это служение, распространение книг, Кришна вас 10,000 раз благословит. Это очень вдохновило распространителей книг. Те, кто распространяет книги, делают самое высшее служение. И многие преданные сейчас выходят распространять книги в выходные дни, в свободное время. Еще вопрос? Yeah. Хорошо. В истории Гурукумара рассказывается, как он прошел высшие планеты, как он вернулся во Вриндаван, чтобы обрести близкое общение с Кришной. Но для многих вайшнавов это фактически невозможно попасть туда-сюда. И нам хочется уже здесь отказаться от привязанности к высшим планетам. Как этого достичь? И просто находиться в состоянии жизни Вриндавана. In the story of Gopakumara, it is described how he went to the higher planets and then came back to the earth to Vrindavana to develop pure love to Krishna. And for us it is not possible. But how can we get rid of the desire to reach the higher planets and to just to develop this Vrindavana mellow of pure love to Godhead? How to develop pure love of Vrindavana residence, you said? The important thing is not that you necessarily stay in Vrindavan. The important thing is wherever you are, you keep engaged in devotional service. Not to bring love to by becoming pure on the devotional path. Можно обрести эту чистую любовь, став чистым в практике преданного служения. And become pure on the devotional path in any part of the world. И стать чистым в практике преданного служения можно в любой части мира. Here in St. Petersburg also, if you improve the quality of your chanting, reading, you can experience, you'll be able to purify yourself. Находясь даже в Петербурге, вы сможете, благодаря внимательному повторению святого имени, чтению, служению, очистить свое сердце. Lord Chaitanya has made the process of self-realization so easy that anyone can take part. Господь Чайтанья сделал путь преданного служения таким простым, что любой может принять его. They can take part in any part of the world. И вы можете следовать этому в любой части мира. Yes, more questions? Еще вопросы? Yes. Можете повторить, а то я ничего, то что тут беседа шла и еще раз. Я бы хотела спросить, что вот Господь Читарь, он дал метод, который приемлем всем, семейным людям, отвлеченным людям. И вот как семейным людям и людям, связанным с семьей, с родителями, избегать привязанности именно материальных привязанности к этим людям. Быть привязанными к садку, к общению с преданными и
Question is how the grihasthas can learn to be detached. How can they learn to develop spiritual attachments? The grihasthas, the four ashrams, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa. Есть четыре ашрама: Брахмачари, Грихасти, Ванапрасти и Саньяси. Brahmachari and Sannyasi should be completely detached. Брахмачари и Саньяси должны быть полностью отречены. Grihastha has little license for attachment. У грихаст есть небольшая лицензия на привязанность. Naturally, if you have children, there will be some attachment. Естественно, поскольку у них есть дети, у них будут привязанности к ним. If you're grihastha, naturally you have to worry about earning money to run the house. Грихастам нужно будет зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. But a good grihastha uses every situation to spiritualize the family. Но хороший грихастха использует любую ситуацию для того, чтобы одухотворять свои семейные отношения. You have children, you're attached, bring them up spiritually. Если у вас есть дети, вы к ним привязаны, вы должны их воспитывать духовно. You keep the atmosphere at home spiritual, so all the members can advance. Поддерживайте дома духовную атмосферу, чтобы все члены семьи получали благо от этого. We can't tell the grihastha, okay, no attachment for your kids and everyone. Мы не можем сказать грихастхам, вы не должны привязываться к детям своим, к своей семье. Сознание Кришны — это очень практичное движение. Чайтанья Прабху говорит, что мы уже очень поздно. Restrictions for time. Скорее уже храм достраивать, чтобы уже не было этих ограничений по времени. Yes. Last последний вопрос. Yes. Джатабхарта стал более внимательно относиться к своей духовной жизни, потому что помнил свои прошлые воплощения. Существуют ли какие-то методы сохранения памяти об этой жизни, чтобы в следующей Jadavarta became more serious because he could remember his previous life and his previous mistakes. Are there any methods to remember, to keep the memory of this life so that in future life he could remember the mistakes he made in this life and to avoid them? Don't make mistakes, so you won't have to worry about remembering them. Просто не совершайте ошибки, и тогда вам не нужно будет запоминать их, чтобы не повторять потом в следующей жизни. Prabhupada said, make plans to get out in this lifetime. Прабхупада говорит, что нужно в этой жизни покончить со всем здесь. So don't say, oh, Jadavarta make mistakes, I'm also going to make mistakes. Не думайте, вот Jadavarta, он там ошибок наделал, я тоже наделал ошибок. Arjuna made mistakes, I can also make mistakes. Он совершал ошибки, я тоже буду совершать ошибки. Аджамила, да, тоже он ошибок насовершал. Я последую его примеру. Then will become the seventh offense. В таком случае это будет седьмым оскорблением. So when it stop? На этом я закончу. Все, Гопал Кришна Махарадж ки. Дорогие преданные, завтра будет у нас программа в 2 часа. И вот расписание, надеюсь, Махарадж не опоздает завтра. В 2:30 мы начнем с обхишения. Потом будет лекция у нас и слайд-шоу, и прасад пир. Так что, пожалуйста, поэтому приходите завтра, приводите друзей. И у нас Харинама в субботу и воскресенье по расписанию. Приходите, пожалуйста. Maybe... I'm going to go to the next one.
Thank you.
Мы приплатили, он не пытается приехать.